Праздничное мероприятие, посвященное столетию казахстанского детского писателя Бердыбека Сокпакбаева, прошло в его родном крае и собрало множество зрителей. В рамках торжества был представлен айтыс акынов под названием «Ултадебиетнинг алыбы», который привлек внимание публики высоким уровнем мастерства айтыскеров и глубоким содержанием поднятых тем. Более подробно о прошедшем вечере и его ярких моментах расскажет наш корреспондент. В праздничном айтысе приняли участие около 20 акынов из Алматинской и области Жетсум. Каждый из участников старался продемонстрировать свои таланты. При этом все они справились с главной задачей. Поэты поделились своими впечатлениями о выдающемся писателе Бердыбеке Сокпакбаеве, который внес огромный вклад в развитие отечественной литературы, а также воспитание молодежи. Это соревнование, объединившее казахское искусство в одно целое, прошло в формате группового состязания. Среди казахских писателей особое место занимает Бердыбек Сокпакбаев, чье имя стало символом национальной литературы. Сегодня, отмечая его столетний юбилей, мы с гордостью осознаем, что его произведения продолжают жить в сердцах народа. И в целом творчество Сокпакбаева обогатило казахскую литературу. Стоит отметить и высокую подготовку республиканского айтыса «Ултадебиетнинг алыбы». Ведь среди приглашенных членов жюри присутствовал знаменитый поэт Жүрсін Ерман. А ведущим праздничного вечера стал известный айтыскер Аманжол Альтай, который смог создать теплую и дружескую атмосферу. Напомним, талантливые участники из двух регионов сражались за приз, посвященный столетию писателя, что добавило мероприятию особую значимость. Одной из ключевых особенностей нашего проекта является представление пяти выдающихся произведений искусства, которые глубоко укоренились в культуре казахского народа. Это айтыс, терме, песня, кюй и традиционное песенное искусство отражают богатое культурное наследие Казахстана. Команда, проявившая лучшие навыки, получит возможность перейти на следующий этап проекта. В рамках столетнего юбилея Бердыбека Сокпакбаева мы познакомили молодое поколение с феноменом этого выдающегося писателя, чья литературная личность и наследие продолжают оказывать влияние на казахскую культуру и литературу. Здесь находятся известные писатели, ученые и культурные деятели, которые поделились своими оценками и размышлениями о вкладе Сокпакбаева в литературу и его влиянии на современное общество. В целом, это мероприятие прошло на высоком уровне. Команда айтыскеров из Алматинской области одержала победу над творческим коллективом из края Жетсум, которая не только принесла триумф участникам, но и предоставила им возможность отстаивать честь своего региона в республиканском состязании, что стало важным шагом в их творческой карьере. В знак признания таланта и мастерства призерам песенного состязания был вручен денежный приз в размере 500 000 тенге. А праздничное мероприятие продолжилось гала-концертом, который подарил зрителям яркие музыкальные номера и незабываемые впечатления. Кундуз Нурмухамбетова, Мерюерт Кадырбаев, Данияр Мустафаев, Бекжан Кенжебай, телерадио компания Жетсум.